Всем привет, дорогие зрители! Нашел четырехкомнатную просторную квартирку прямо в центре Махмутлары, недалеко от моря, почти 220 метров. Квартирка находится на первом этаже по турецким меркам, второй этаж по российским меркам. И здесь вот такая инфраструктура, просторный бассейн, где-то здесь 20 метров в длину, 8 метров в ширину. Вот такой маленький детский бассейн. Парковка для велосипедов, детская игровая площадка, и в той стороне у нас генератор. Вот такое здание, зданию 5 лет. Вот квартирка продается тут. Огромные балконы у него. Откроем дверь. Айдат здесь 170 лир. Вот такой лифт, вместимость 5-6 человек. Значит, здесь на этаже 1, 2, 3 квартиры на этаже. Квартира у нас с левой стороны. Вот такая тут прихожая просторная. 140 квадратных метров жилая площадь. Закроем дверь. Здесь у нас спальня, работают мастера, красят стены, серым цветом красят полностью, ламинат уже установлен в спальнях. У этой квартиры отдельная кухня. Я быстренько сейчас покажу отдельную кухню. Вот отдельная кухня. Там выход у нас на балкон. Вот здесь очень просторный балкон. Вот. Центр Махмутлары, ММ Мигрис, мадам Коко, мадам Лиза, да, все здесь находится. Вот там у нас, чуть песенку не спел. Море в той стороне, прямо отсюда, 220 метров максимум. Здесь есть типа кладовка. Вот такой просторный балкончик у нас. Здесь гостиная комната. Очень просторная, отдельная гостиная, здесь ремонтируется все, красится, короче говоря. Прекрасная квартирка для большой семьи. Вот такой просторный балкон с видом на горы, на елку, на дорожку, на Мигрис, на мадам Коко. Идемте так. Покажу я с этой стороны. Шумоизоляция хорошая. Потолок покажу. Так, здесь коридор. В этой стороне санузел вот такой просторный с душевой кабинкой. О, такая круглая моечка. И здесь у нас спальня. Здесь где-то 11-10 квадратных метров. Вот такой потолочек. И здесь хозяйская спальня. Вот такая длинная в длину. Вот. Там у нас санузел. Сейчас я выйду на этот балкон. Здесь еще есть один просторный балкончик для этих двух спален. Отдельно, видите? Две спальни выходят, и отсюда смотрите на горы и на бассейн. Здесь вдруг когда-то что-то построят, я снесу, чтобы у вас вид не закрылся. Здесь у нас санузел, тут будет темновато. Постараюсь показать. Вот такая мойка, ножки-мошки, шкафчик. Красный цвет и душевая кабинка. Не маленькая, просторная. И здесь гардероб, можете сесть, все, шкафчик, мальчик. Дамы лучше знают, что можно туда поставить. Все, вот этот фон. Красиво. Дорогие зрители, 3 плюс 1, 140 квадратных метров. Очень просторный балкон. Первый и второй также просторный. Центр Махмутлара. Первый этаж, он как второй этаж по российским меркам.
Альдар 170 лет. Цена этой квартиры 108 500 евро. 108 500. Обставить нужно. Обойдется где-то минимум, если я буду этим заниматься, 4 500 евро. Все, с вами был мистер Агаси из солнечной Алании, район Махматла. Берегите себя. Всем пока-пока.